Всем привет, это канал Вкуснов, меня зовут Алексей, и сегодня я буду готовить очень вкусную рыбу в духовке. У меня рыба дорадо или морской лещ. Купил его по совету друзей, говорят, ну очень вкусная рыба. Но по этому рецепту вы можете приготовить и любую другую рыбу, получится очень вкусно. Первым делом рыбу я почистил, убрал голову и плавники, очистил брюшко и тщательно помыл. И теперь самое важное в этом блюде – маринад. В небольшую пиалу наливаю 2 столовые ложки оливкового масла. Оливковое можно заменить любым другим растительным маслом. С половины лимона я выдавил сок, у меня получилось примерно 20 грамм. Вливаю его сюда. 3 зубчика чеснока я натер на мелкую терку и теперь добавляю его в маринад. Остается добавить лишь немного специй. Я всыпаю чуть-чуть молотого черного перца. Также сегодня из специй я хочу добавить совсем немного розмарина. Теперь все это хорошо перемешиваю. Ах да, и чуть не забыл, конечно же, соль. Здесь вы можете использовать любые приправы. Базилик, майоран, гвоздика, прованские травы, все, что вам нравится, какие-то специальные приправы для рыбы и так далее. Важно то, чтобы этих приправ не было много, чтобы они не перебивали вкус рыбы. Также можно сделать максимально аскетичный вариант и добавить только черного молотого перца. Теперь беру рыбку и хорошо натираю рыбу специями. Натираю со всех сторон и внутри. Теперь накрываю рыбу пищевой пленкой и отправляю ее в холодильник мариноваться. Сколько мариновать рыбу? Это зависит от вашего свободного времени и от вашего желания. Можно оставить ее на 10-20 минут и сразу отправлять в духовку. Я хочу, чтобы дорадо промариновался, и поэтому оставлю его примерно на часик, а может даже больше. Итак, время прошло, рыба промариновалась, и остался заключительный очень важный шаг. Беру и нарезаю колечками один помидор. Теперь беру фольгу, выкладываю на нее рыбу, в брюшко и сверху кладу кружочки помидоров. Теперь я убираю рыбу в разогретую до 200 градусов духовку на время примерно 20-30 минут. Спустя 20 минут я достаю рыбу из духовки, разворачиваю фольгу и отправляю обратно еще на 5-10 минут, чтобы рыба подрумянилась. И вот какой красивый дорадо у меня получился. Мясо очень нежное, приправ как раз столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. Они не перебивают вкус рыбы, а лишь его дополняют. Приправ слышно только тонкие нотки. Соли немного, можно хорошо прочувствовать вкус рыбы. Хочу вам сказать, что друзья не обманули, дорадо или морской лещ – это очень вкусная рыба. Если вы ее не пробовали и ее можно купить в вашей местности, обязательно попробуйте. Это очень вкусно. Конечно, на рыбе нет золотистой корочки, если вы хотите, чтобы корочка была красивая, золотистая, то лучше смазать рыбу майонезом. Но для первого раза, чтобы почувствовать вкус рыбы, я считаю, что этого делать не нужно. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить никаких новых вкусных и интересных рецептов. Приятного вам аппетита и готовьте с любовью. Пока-пока.